Коллектив «Ураборос» на крымской площадке Balcony TV в городе Симферополь. Ребят, привет, представьтесь, пожалуйста, и что сегодня к нам принесли? Привет, меня зовут Правояр. Меня зовут Млада. Сегодня мы вам сыграем песню «Мой волк». Наслаждаемся, слушаем. Яркий доспех снаружи, вся эта слабость только в твоих руках. Знаешь, мой волк, лес покидает стужа, и темнота, и неверие, и страх. Раз, два, три! В нем для тебя, лишь для тебя и ради. Солнце взошло и слепит всех, кроме нас. Знаю, мой волк, лес этот мал для свадеб, но бесконечен в нашей любви сейчас. Мой волк! Гонят люди, спящие духом живут, сердцем скрипя. Дряхлые пни не пригоют в жару и невзгоду, только хвойные ветви спасут меня. Знаешь, мой волк, нежный, родной и мудрый, незачем клясться, нечем все напрокат. Только в лесу нашем снова настало утро, и никогда, никогда не придет закат. Мой волк! Мой лес, мой свет, моя земля. Мой волк, мой лес, мой свет, моя земля. Мой волк. Земля. Мой волк, мой волк, мой лес, мой лес, мой свет, моя земля. Вот так. Спасибо, мой хороший. Вот вам, ловите. Интересно, почему «Ураборос»? Интересно, что хотите принести в мир через музыку и какая концепция, да, о чем? То есть, что это очень достаточно абстрактно, очень мифическое. Вот, расскажите обо всем, кому микрофон. Ну, собственно, дуэт «Ураборос» — это дуэт «Ураборос» — это наш дуэт, да. Почему «Ураборос»? Потому что «Ураборос» — это философское понятие, означающее беспрерывное перерождение и развитие, изображается в виде змея, поедающего себя за хвост. А у нас двойной ураборос, черный и белый, и они друг друга как бы так вот взаимозаменяют, дополняют как единство и борьба противоположностей по аналогии с инь и янь. А кто черный, кто белый? Мы меняемся периодически. Ой, какая да. Прелесть, какие многогранные. Хочу туда, хочу сюда. Да. Хорошо, относительно творчества. Как давно, да, вместе делаете проект? Вот, и общая концепция, она какая? Мы работаем вместе 1.5 года. Ну, а общая концепция, наверное, мы хотим все-таки осмысленности в этой жизни. Вот, и чтобы люди понимали вообще, зачем они, кто они, что они, куда они. Вот, и своим авторским творчеством мы хотим пробудить, так скажем, вот эту в сердце... Внутреннюю гармонию, и чтобы каждый человек почувствовал себя настоящим, живым, и вот передал этот цвет другим людям. Какая прелесть, побольше будет таких людей и музыкантов, потому что я считаю, что это очень здорово, да, открывать в ком-то что-то, побуждать. Это было Balcony TV. Вдохновляйтесь, наслаждайтесь, приходите в гости, слушайте нас. И вот у нас, между прочим, музыканты, ребята у нас из Подмосковья. Самое главное забыла, потому что они в Крыму первый раз, но об этом вы узнаете в следующих выпусках Balcony TV. Пока-пока.